Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие Бэйби Гоши! Вы на канале Бэйби Гоу. И сегодня у нас настольная игра, которая называется Мистакас. Там стулья нарисованы. Будем разбираться. Что, поехали? Так, ну что, кто начинает? На суефа скинемся, да? Давай. Суефа! Ты начинаешь, ставь стул. Любой ставить, да? Да, любой, одной рукой. Один только касается земли. Ну как еще сделать это? Так. Ругаешься? Да нет, ну, пока что все просто. Ну вот. Дай картинку смотреть. Ну, что ты? Денис, подожди, мне кажется, там должны втыкаться. Втыкаются, да, ну что, можно и так поставить. Пожалуйста, можно такую штуку получить, да, продолжай. Сложная графика. Ну как сложная? Стол, стол. А что тут соображать-то? Не легко. Понимаю. Ну, можно пока попробовать с этими двумя руками. Ой. А мама, а какая? Ой. Вот, стоит стульчик. Продолжаем. Ну, одной рукой. Может, конечно, с Денисом в команде, но он может двумя руками играть. Ну что ты выбираешь? Все стулья одинаковые. Они все разные, Андрюш, ты хоть посмотрел на них? Серьезно? Ну что, братья, знаешь, что все стулья разные. Так, и значит я теперь. А я сейчас возьму стул. Мне кажется, изначально провалили твой красный стул. Нормально. Интересно, можно так? Я сейчас его закреплю. Что не делать? Он не должен касаться пола. Ну, это понятно. Сейчас хитрее. Тоже можно, тоже не запрещает. Я забираюсь из стулья? Да. Жесть какая. Не должен касаться пола. Угу. Да, у меня теперь сложнее ситуация. Это выбрал больше. Что происходит? Мама все изощряется там как-то. Забирай. И ставь дальше. Она непростая игра на самом деле. Я тебе говорю. Осталось. Простая эта игра. Нет. А что, он не касается? Простая. Ну ты его так поставь. Вот. Простая игра. Давай. Нельзя. Так. Мне кажется, это сложная игра. Денис, мне нужно будет сейчас забрать стулья у тебя. Нет, я понял. Сюда давай вот этот. А потом только отдай. Это тоже не подойдет. Ну, когда если упадут, я тебе отдам, хорошо? Да. А потом с ними будешь играть, ладно? Так. Да. О, видишь, как папа воткнул, давай тоже. Неплохо так воткнул, да, я считаю? Мне кажется, поплохо ты воткнул. Это мое же дело, как я воткнул стул, правильно? Так. Это еще кто тут плохо воткнул? Держится? Да вот тут нельзя. Короче, надо мега осторожно тоже брать. Ты же воронил. У меня уже коллекция стульев. Я коллекционер стульев. Видишь, папа стулья коллекционирует. Сколько уже у него? Считай. О, тут не сосчитать. Оп! Мама, потом убивается сундинит. Тут, хорошо. Короче, надо больше устойчивость сделать. Или наоборот, все время подставы. Тяжело одной рукой, да? Это покруче, чем Дженга, друзья. Ну, давай, давай. Нет, это не входит. В итоге проблемы. Да, смотри, мама пытается впихнуть невпихуемое. Еще и подставу папе делает. Интересно, когда они создавали эту игру, не проверяли? Проверяли, конечно. Не, ну правда, у тебя осталось 5 стульчиков.
Смотри, сейчас равновесие развалишь. Это вообще фейл. Ты иди в другую сторону. Точно. Ну я же не уронил, все нормально. Бери, что уронил. Нормально я уронил. Мама-то умеет, походу, играть. Такой же. Я никогда не играл в эту игру. Да вон баба возьми, у бабы полно. Хочешь красные? Ну как хочешь. Так. Бери вон три стульчика, выбирай. А кто мне отдашь, то мне нечем ходить. Сейчас мы закончим игру, ты заберешь стулья. Пап, тебя там касалось. Ну вот это сейчас не касается. Давай. Сейчас не касается. Мам, дай мне две зеленых. Ну, мама, ювелир. Смотри, на грани ходишь, сейчас как крутится. Ты что, Дима, ты не хочешь оставить вот эти стулья вот так, да? Забирай три, ой, так. Смотри, день папа втыкает стулья, оп, класс. Мам, выбери ты. Выбери, какого цвета? Какой воткнуть? Зеленый. Давай. Вот Денис тебе будет советовать, какие втыкать. Кстати, он тебе, по-моему, правильный подобрал. Да, он тебе правильный стул подобрал. А мне какого цвета, смотри. Папа должен поставить. Папа поставит красный, я поставлю синий. Вот, синий ставьте. Ой, нет, все развалится. Не развалится, подожди, ты главное не кричи. Сейчас, смотри, все будет нормально. Оп, не развалилось, смотри-ка. Сейчас, папа, какой мне цвет здесь, скажи. Синий. Синий? Вон он два синих. Ого, а я потом какой, зеленый или синий? Зеленый. Какой дерзкий папа, да? Развалится. Ну, нормально. О. Как ты сказал? Я все развалится. Так-так, ну-ну-ну. Развалится. Вот Денис предсказатель, гадалка. Ну, давай еще оставь мне эти стулья, скажи. Да. Слушайте, мы в нее еще поиграем. Она очень крутая игра, просто огонь. Чик. Неплохо, да? Пазы. Стульчик в пазики вошел. Не бойся, сейчас мы выиграем у папы. Так. Сейчас мы выиграем у папы, да? Да-да. Сейчас. Это уже как пизанская башня из стульев. Ой. Да ладно. Все, ну ладно. Ура! Вы видели, сколько у меня стульев осталось? Смотрите, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Как будто и не начинал играть. Да. Все мамины стулья здесь. Друзья, сегодня была настольная игра Мистакос. Мы ставили стульчики друг на друга, сооружали пизанскую башню. В игре папы Луз, мамы Уинс вместе с Дэном. Дэн, вы Уинс? Но впереди еще много настольных развивающих игр и не развивающих игр. Вы, а вот папа Луз. Ага. Да, папа Луз. Ну а вы, конечно, не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальчик вверх. Как пальчик вверх? Не будешь? Вот так, пальчики вверх. Конечно же, писать свои лучшие комментарии, чтобы они попадали в следующие наши ролики. Но, друзья, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе наших самых свежих последних новостей. До новых встреч, друзья! Пока! Ломаем. Давай.